Хау, чуваки, здорово, я в Красе. Как всегда, я, в принципе, опаздываю, но не так сильно, как я думал. Поэтому сейчас будет годно. Погнали. Вы готовы? Да. Что сейчас... вы хотите сделать? Сейчас будет мясорубка. Я сделаю мясорубку. Нормально. Я сделал происходит такое происшествие. Короче, все, кто участвовал, скинулись по сотке и играют с Егором Казиковым в скейт. Я думаю, вы все знаете, кто такой Егор. Кто не думал, почему я умираю? Чуваки, какой-то такой видос вышел, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, катайтесь на доске, и все круто, короче. Все, с вами был Леха Бучин и Никитос, вот этот. Пока!